Всем привет, друзья! С вами Механик. Сегодня мы в Спинтайра с Мадранер отправляемся на рыбалочку. Это значит РПшка, все как вы любите. В моем магазине Механик Стор тебя ждут самые крутые игры, такие как GTA 5, City Car Driving, Euro Truck Simulator и многие другие по самым низким ценам. И в честь Нового года мы запустили промокод 2020. Вводи промокод и получай дополнительную скидку 30% на любую покупку. Ссылка в описании, не упусти свой шанс. И у меня две машины только есть. Вы сами понимаете, что на Бимере ну вообще не вариант ехать. Вообще не вариант. Поэтому что, пересаживаемся. Лада 4x4. Причем она даже без бамперов, а это значит, что скорее всего... Наверное, можно их как-то поставить. Сейчас мы этим займемся, немножечко ее подтюним. Но перед тем, как мы начнем тюнить эту шикарную Нивочку, у нас проверка на реакцию. Успеешь ли ты, дружище, поставить лайк этому видео за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Спасибо. Итак, смотрим, что у нас есть. Underhood Bakubville. Я так думаю, что это типа багажник, запаска, нам не надо. Бодидурханс. Что, блин? Бодидурс какой-то. А. Вот это вижу, смотрите, что. Это эти такие, типа расширители ара. Кайфово выглядит. Сейчас уберем. А это экстремальные какие-то расширители. Не, выглядят дерьмово. Так. А еще такой. А, черные дверные ручки. Ну, пускай будет. Почему бы нет? Черные, так черные. Боди. Так, это какая-то решетка радиатора, походу. Не, фу, 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 берите. Берите. А это что такое? Это мухобойка. Мухобойка не нужна. Багажник на крышу нужен, потому что по-любому нужен. Так, фронтальный бампер. Бампер. 21-214, бампер 21-214 черный, кастомный бампер. Ну, кстати, неплохо выглядит кастомный бампер. Чисто труба такая гнутая, дед в гараже загнул. Так, что это? Бампер силовой, бампер УАЗ стайл. Что? УАЗ стайл? Серьезно? Такие на УАЗах бампера? Не знал. И бампер Урбан. В принципе, бампер Урбан прикольная тема. Единственное, у нас решетка радиатора какая-то. У нас ее нет. А, вот они, смотрите, грили пошли. Что это? Дело в том, что я выпустил свою мобильную игру. Эта игра называется Автомеханик Кликер. Здесь вы можете почувствовать себя настоящим автомехаником, покупать гаражи, прокачивать их, также покупать инструмент, нанимать людей, персонал, там, диагностов, развальщиков и так далее. Игра достаточно простая, это кликер, и вы просто нажимаете на экран и таким образом зарабатываете деньги, либо прокачиваете свой персонал, чтобы зарабатывать деньги, вообще не заходя в игру пассивно. Также здесь есть рейтинг игроков, можете зайти посмотреть, кто на первом месте и побиться за первые места, так сказать, в этом рейтинге. И еще небольшой такой бонус, есть кнопка VIP, которая доступна раз в час, и она удваивает ваш баланс. А также раз в 2 или в 3 минуты проезжает машина полицейская и машина такси. Нажимая на них, вы получаете различные бонусы. Ну вот такой вот классический кликер. Хотел попросить вас написать отзыв, скачать, установить и вообще написать, как вам игра. Понравилось, не понравилось. Если понравилось, что понравилось. Если не понравилось, то тоже пишите, что не понравилось. Все, спасибо, ссылка на игру в описании. Что это такое? Тинт? Что такое тинт? Это тонировка типа, что ли? Да это тонировка, прикиньте. Лол. Так. Дальше пошла у нас грилёк стандартный, грилёк такой, грилёк кастомный, грилёк тюненный и урбанистический. Ну, честно сказать, мне нравится не в урбан, как выглядит, поэтому я, наверное, возьму такой урбанистический, хотя, может быть, именно с такими бамперами и не очень практично ездить. Хич — это фаркоп, фаркоп полюбас нужен вообще. Лада лого назад нам не нужен. Лестница нам не нужен. Что это? Шноркель. Блин, шноркель. Даже не знаю, вообще нужен, нет. Тюнинг боди нам не нужен. О, пошли у нас багажнички. Но багажничек, это сами понимаете, такое дело. Типа, ну... У нас есть как бы целый багажник и так. А, не багажник, а прицеп я имел в виду. Короче, давайте попробуем так.
Отправимся мы с вами по навигатору. И куда нам ехать? Навигатор показывает туда, но там лес. Куда ехать-то? Поехали здесь тогда. По лесу-то нафиг надо ехать. Мне кажется, по лесу засядем жестко. Поехали, ладно, здесь в объездочку. Как видите, развезло грязищу после снега, после дождя. Сейчас непонятная погода, то ли снег, то ли дождь. И вот здесь, на самом деле, вот, сейчас я вам покажу. Смотрите. Так, а полный у нас постоянный, да? Нива же. Здесь вот, отличное вроде бы место, казалось бы, да? Смотрите. Тут вообще море какое-то. Но прикол в том, что рядом с берегом здесь ничего не ловится. Поэтому нам надо ехать на озеро. Поэтому мы здесь с вами не можем остановиться. Ну, как бы мы можем, но это беспонт будет вообще полный. Да, конечно, виды здесь прям шикарные. Вы посмотрите просто на это. Блин, ну реально выглядит вообще супер четко. Я даже вот так вот принт-скринчик сделаю. Вот она, российская рыбалка. Приехал на море и уезжаешь на озеро. Но на самом деле здесь нечего ловить. В прямом и в переносном смысле. Поэтому мы едем сейчас на озеро с вами. Так, смогу ли я тут вообще выехать, проехать нормально, нет? Через этот лесочек. В принципе, должен. Должен выезжать. Так, можно ли... Во! Вид из салона, другое дело. Другой анклав, как говорится. Так, объезжаем аккуратно деревья, чтобы раньше времени не засандалить Ниву. Тем более вы видели, какие бампера красивые я теперь поставил. Вот. И сейчас будем выбираться как-то на дорогу. Где там она была? Так, вот она, лесная дорога. Но прикол-то в чем? Прикол в том, что вот там тоже, по-моему, какая-то дорога есть. Вообще не уверен, что я сейчас правильно еду. Вообще в другую куда-то сторону сведу. Вот здесь есть дорога или что это? Или это просто овраг? Поехали смотреть. Так что уехать куда-то вообще туда, не туда, не хочется. Хочется как-то сразу правильно направление выбрать и по нему двигаться. Но с другой стороны, я боюсь, что по этому оврагу мы вообще не туда куда-то приедем. Ну ладно, давайте немного рискнем. Потому что риск — это дело благородное, и я думаю, что сейчас самое время попробовать. Вот так вот. Вот так вот. Пока едем. Ага, тут у нас лужа, понятное дело. Так, а мы вообще выберемся отсюда, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это уже фиговенькая ситуация, как бы. Ну, вроде бы она и ничего так, не особо страшная ситуация, но не очень. Не очень хорошая на самом-то деле. Подзастрял Невасик. Ладно, врубаем блокировку. Нам ничего не страшно. По идее, на блоке должен выезжать. Ё-моё, на камень вообще насадился. Давай, газ в палас. Зарываться так по полной. Сейчас должен соскочить. Вот вроде здесь сейчас упрусь куда-то. Или вообще все. Что, ступорило? Ступорило произошло у нас? Кажется, да. Да чтоб тебя. Как так-то? Неужели на ровном месте можно вот так вот засесть? Так, ну пытаюсь. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел, красавчик. Пытаюсь что-то сделать. Пока безуспешно. Давайте посмотрим, может быть, лебедкой куда-то можно. Оп, что-то есть. Что-то лебеднуться куда-то есть. Оп. Все. Нормально. Все, поехал. Так, я сказал, поехал. Не поехал. Так, надо отсюда выбираться. Да что ж такое-то? Посмотрите, опять засел. Сейчас-то на чё? А, впереди камень еще. Так,
Давай. Давай, братушонок, пошел. Вот такое дело. Вот так-то. Это было непросто, но я справился. Вырубаем блоку. Выезжаем отсюда нафиг, едем по дороге, потому что, ну а что, куда деваться? Нива все-таки у нас не УАЗик, не какой-то там супер внедорожник. Ну, едет она неплохо, но лучше не борщить. Реально, лучше не борщить, сами видите. В любой просто момент тебя может поджидать такая жепа, что ты уже оттуда не выберешься. Так, выезжаем, выезжаем. Давай, 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 давай. Пошел, 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 не Ван Деппола. Давай. Давай, 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 гребем, гребем, гребем. Ставит поперек колеи. Да что бы еще на этот, на куст, на это, на дерево наехал. Так, смотрите. Прикол в том, что, типа, мне куда-то туда все равно надо. Ну, вроде я по карте смотрел еще, когда до того, как поехал, вроде как правильно. Там будет, типа, объезд такой. Ну, потому что там как, по оврагу вообще никак не вариант. Ну, вот уже что-то, уже куда-то мы близимся. Ой, нифига тут как водит ее жестко. Куча вот этих набросанных веток. Это жесть, тут только ходами, лишь бы не остановился. Сейчас остановлюсь, все, до свидуля просто, до свидуля будет. Оп. Опч. Ну тут сами видите, тут грузовики ездят. Нифига себе, дороги вообще нету. Так. Угу. Лужа. Лужа большая. Ну что, поехали, попробуем. Давай. Пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, все пока неплохо, вроде едем. Лишь бы не остановиться. Самый неподходящий момент не останавливаться бы, и будет все хорошо. Да, отлично. По крайней мере, я выехал из лужи, это уже замечательно. Так, можно врубить фары, чтобы они просто... Ну, чтобы они проэтались, как это сказать. Проветрились там, просушились. Это ж по-любому вода в фарах. Традиционная ситуация такая. Так, ну что, мы поехали дальше. Здесь куда? А здесь куда? Ну, а здесь сюда. Других вариантов особо нет. Тут что-то похоже на дорогу, кстати. А нет, показалось. Просто похожее что-то. Но мы едем. Едем и не сдаемся. Вот так, объезжаем большие камни, чтобы на них не насадиться случайно. И... Да, кажется, вот оно уже. По-моему, мы приехали почти. Да, вот оно, озеро. Вот там, вы помните, типа море было, а это вот большое озеро. Ну, не видно того берега, потому что туман. Но нет, вот хотя отсюда видно. Сейчас мы найдем какое-то местечко, где можно будет... О! Кажись, нашел местечко сразу. Так. Ну, надо нам как-то до него добраться, до этого местечка. Давай, 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 Невасик, пошел. Оп, а мы здесь никак, кажется, не съедем. Или съедем. Ну, попробуем сейчас. Главное не перевернуться. Вот так вот. Замечательно. Замечательно просто. Маленький такой песчаный бережочек. Маленький, маленький такой. Но песчаный. Вот она, посмотрите. Красотища-то какая. Блин, вообще, я хотел поближе бы, конечно, Ниву приблизить, чтобы могли насладиться ее шикарным внешним видом. Но я боюсь, что ближе никак. Так вот. Ох, вообще, шикарно просто. Пушка, просто пушка, посмотрите. Идеальное, мне кажется, место здесь. Хотя вот с той стороны, посмотрите, еще лучше, по-моему, да, местечко? Сейчас мы туда еще сгоняем. Посмотрим, что там. Давай, давай, выруливай. Выруливай, Невасик. Давай, давай. Давай, поехали. Поехали там посмотрим. Ух, ни хрена себе.
Вот это я влупился. Так, вот это плохо здесь. Срочно блокировочку. Срочно подоткнуть. Сейчас в камышах тут как засядем, и все. Да блин, реально что ли в камышах засел? Так, а назад? Назад чуть-чуть есть, а вперед? А вперед все. Но попробуем воспользоваться лебедочкой. А вот с лебедочкой, но она легкая, что, лениво-то легенькая, поэтому лебедка просто на ура тут спасает. Да, куча просто камней, каких-то кустов. Ну куда ты? Ну куда тебя занесло? Ну ёп! Да ты угораешь. Ты просто угораешь, Нива. Давай, давай, назад. Смотри, ещё бампер оторвется. Видели, чуть не оторвало бампер. Так, как нам проехать туда вообще? Ее просто чуть-чуть сразу заносит. Все, понеслась. Ну, почти приехали уже. Ох! Давай, 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 давай. Не останавливаться, не останавливаться. Блин, пипец. Весь берег в этих камнях долбанных. Давай, давай, вот сюда сейчас выйдем. Вот сюда и потом там. И все. Почти при... Офигеть, там морды просто нет уже у Нивы, видели? Минус Нива морда. Все, посмотрите. Терминатор тупо. Давай объедем вот так по воде тут. Место-то шикарное, смотрите сами. Вообще место пушечное просто. Здесь... Как много. А... Господи, что это со мной? Как будто кровь из носа потекла. Вот оно. Вот это замечательное место, друзья. Вот оно, посмотрите сами. Ну шикарное же, согласитесь. И вот на этом мы и заканчиваем. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. С вами был Механик. Всем пока.